готова к началу первого тайма. А паек? Кто крайне зашел? Ну, может, не скипать. Ну ладно. А кто это? Стой, подожди. Давай, Веш. Давай туда на 11, я если что забегу. Ай, снял Рома. Да Рома снял с ноги, он там докоснулся до меня. Там такая баня бы сейчас залетать должна. Они будут тупить защитить, там новые защитники, ни хрена не знают. Сторик, есть центр. Не-не, накрывает, накрывает. Коль, лови, держи. Я выиграю, Артур. Пора сбивать. Давайте я сейчас еще должен. Они все низкие, пацаны, вешайте. Навесить? Лучше бы вешают. Они все низкие, господи, у них нет ЦЗшников даже высоких. Мы с Артуром просто должны разрывать их. Артур, сильно вперед не выходи. Оп. Первый пошел. Да пацаны, видите, у них центр всегда свободен, господи. Должны разрывать. Хорош, кстати. Кому-то трясло. Бей, бей, бей! Хорош. Да не, не пускай. Нормально, они ожидали пас. Артур, арбуз. Ашку потыкайте, капитан. Пускай крайний выйдет. Фил там или... Окей. Окей, окей. Бить будет, Коль. Конечно. Вратарь такой, кстати, у них неплохой вроде.
Вынос. Илюх, давай. Илюх, бей. Или перекиньте. А, я могу вытянуть вот это. Так, сильно по флангу левому, Олег. Пошла уже. На весте, пацаны, Илюх, подойди к нему и вешайте. Скидочку бы. С дальней никогда так не забить. Историк. Хорош, Артур. Терпеливо ждут они своего шанса. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Ой, извините. Это может быть опасная атака. И как опасно... Вот она, Жень. Жень, вот она. Хорош.
Жень, вот ты хотел и получил. Надо еще. Андрей, Андрей, Андрей. Ай, сори, Саня, думал, ты на фланге. Бэпс. Сторик сильно в центр, не смещай себя. Хорошо? Ну так, просто немножко. Чихай-чихай. Мяч попал в судью. Может получиться интересная атака. Две трети матча сыграно, последние полчаса игры смотрим. Арбитр назначает угловой. Отличный удар. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Спасает он свою команду. И вот потери в центре поля. Арбитр назначает штрафную. Что, блин? Подкат сзади. Подкат сзади, а это... Рома, Рома. Ой! Да как? Да как? Забить, забить. Кипер, да? Ой-ой-ой. Спасибо, отличный пас. Да-да, ты потерялся там. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Это может быть опасная атака. Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Смотри, блин, стена. Да у нас все стена сегодня. Давайте, Коля, сделаем это сухую. А я хочу, наверное, пятую подряд командура. Фил! Разыграйте и подайте на центр Илюх стандартно. Давай, хорошую тут. О, блин. Пепс. Да ладно.
Ну блин, сайт хорош. Это подача была? Дайте ему забить, пацаны. Женя, Женя, перекинь стеночку, пожалуйста. Эй, стеночка. Я гостика хочу. Хотя это нереально, наверное. Все, Жень, ты сделал то, что ты хотел. Дайте мне теперь. 5-0. Пацаны, разрыв, разрыв. Ой-ой-ой. Ну и хоть не так уж, пацаны, сильно. А сколько? Можно я вперед пойду? Где сходи? Где я? Откройте его, тут кто-нибудь играл по страху. Так, чужой был свет, был я там куда-то. Бля. Не дали вы мне. Тут защита справляется, потери мяча. Не попаду я в эту. 8-4, наверное, мало будет для команды тура. Я не сделал, Лех, ничего, я вышел. Ладно, стримчанский врубаю.